Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вебинары дневные, вечерние. И, собственно, это традиционные вебинары по средам. Мы стараемся максимально кратко, доходчиво давать информацию, в первую очередь, на вводных технико-экономических вебинарах, потому что многие люди только присоединяются к проекту Skyway. Многие, несмотря на то, что демонстрация вот уже будет осенью 2016 года, только узнают о существовании проекта Skyway. И действительно, количество сподвижников, те, кто поддерживает проект Skyway, увеличивается в геометрической прогрессии, потому что проект Skyway, ЗАО «Струнные технологии», команда Анатолия Эдуардовича Юницкого, команда инвестиционных фондов непосредственно вот Skyway Capital, вебинар которого вы сейчас смотрите, мы все искренне и действительно стремительно близимся и обязательно достигнем победного конца, так скажем. И это абсолютно реально, сейчас мы это можем сказать точно. И венчурные риски проекта нашего сокращаются действительно с каждым днем. Я не побоюсь этого слова, потому что каждый день происходят очень серьезные изменения и по новостям, и по потенциальным адресным проектам, и также по строительству, естественно. То есть по строительству отдельно мы поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре. И я дам материал, который сам подготовил непосредственно, вот, когда Сергей Анатольевич выступал в Германии. И немножко расскажу о германской конференции. То есть чуть попозже также от организаторов конференции будут выданы материалы, видеозаписи. В том числе, естественно, что нас интересует, выступление Сергея Анатольевича Сибирякова. И, соответственно, нужно будет пользоваться теми способами убеждения уже достаточно крупных потенциальных инвесторов, достаточно серьезных бизнесменов. Об этом я чуть подробнее расскажу уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. И кто еще не проголосовал, пожалуйста, можно просто выбрать вариант, либо вы новичок, либо второй, третий, либо четвертый и более раз уже присутствуете. Многие присутствуют второй и более раз на вводном технико-экономическом вебинаре, потому что информация для кого-то может показаться невероятной, для кого-то может показаться сложной, но одно мы можем сказать, что проект движется, и с того момента, когда начался новый этап развития проекта Skyway с 2013 года, мы достигли просто очень-очень хороших результатов, которые уже на вводном технико-экономическом вебинаре я вам обязательно покажу. И та возможность, о которой мы сегодня вам рассказываем, она действительно бывает раз в 100 лет. И я не буду говорить тех фраз, таких вот именно в стиле, как «быстрее делайте», «стремительно принимайте решения». На самом деле у кого-то точка входа была еще в 2013 году, кто-то принял решение только недавно. И на самом деле различие заключается в том, что, собственно, дискаунт, то есть венчурная премия за ваш риск при входе, допустим, в 2014 году, чем в 2016, была значительно выше. Но, естественно, эта эпоха ушла уже в историю, и я могу сказать, что те счастливчики, которые присоединились среди первых тысяч к проекту, естественно, обладали возможностью приобретать обязательства международной группы компаний Skyway 1 к 1500 даже по дискаунту. Потом 1 к 1000, сейчас это максимум 1 к 500, и то это уже на крупные инвестиции. И те люди, которые также зимой еще зарезервировали рассрочки так называемые, то есть очень многие желают, не имея возможности, допустим, приобрести какой-то интересующий их пакет единовременным платежом,
Для этого была создана именно как вот стратегическое такое направление, схема выплат по рассрочке. То есть это абсолютно беспроцентные какие-то рассрочки и просто разбивается равными платежами на 10 месяцев, и человек может зарезервировать за собой достаточно интересный пакет обязательств по своим возможностям и по своим желаниям, так скажем. Ну а, соответственно, что говорить о желании всего мира на сегодняшний день, то одно я могу сказать, что мир на сегодняшний день желает не только уже перемещать информацию, не только общаться фактически мгновенно через цифровой, через видеосигнал, что и происходит сейчас в нашей вебинарной комнате, не только совершать мгновенно денежные переводы, какие-то транзакции, заключать сложные корпоративные договора между предприятиями, находящимися в различных частях света, и совершать действительно мгновенные процессы бизнеса, но и также помимо этого перемещаться с максимальными скоростями, без каких-либо пересадок, без каких-либо бешеных, скажем, по продолжительности стоянок современного транспорта. Это касается железнодорожного, это касается в первую очередь авиатранспорта. И, собственно, хотелось бы, чтобы также перемещение не только товаров, грузов, но и в первую очередь нас с вами, то есть пассажиров, было с максимальными скоростями, максимально эффективно и максимально безопасно. И если интернет был именно основой пятого технологического уклада, то более того могу сказать, что все родилось вообще со свойства кремния и родилась Силиконовая долина, откуда появились многие разнообразные кремниевые, так скажем, технологии, хай-тек технологии. И сегодня вот смартфон, допустим, это абсолютно привычное для нас устройство, с которым мы связываем свою жизнь. И, собственно, фраза, что я забыл телефон дома, могла расцениваться лет 15 назад как что-то от сумасшедшего человека. То есть как можно именно дисковый телефон огромный этот забыть дома и волноваться по поводу того, что действительно его забыл. Но на сегодняшний день технологический прогресс развивается очень стремительно. Фактически в этом устройстве уже выполняется то количество операций и та нагрузка несется на одно устройство всего лишь современного типа смартфон, которую выдерживала московская городская телефонная сеть проводная. Собственно, сейчас можно сказать, что заводы, только русские, такие советские, старинные заводы пользуются проводной связью и для максимальной безопасности, для шифрования разговоров также используются некоторые правительственные организации. В основном у других представителей различных народностей и стран мы можем сказать, что все пользуются смартфонами, и даже сегодня человек с низким прожиточным уровнем также пользуется смартфоном. По нашей логике абсолютно транспорт, независимо от того, кто им будет пользоваться, либо бедные слои населения, либо сверхбогатые, так называемые. Но одно можем сказать, что перемещение должно быть фактически мгновенным, и перемещение пассажиров должно стремиться к нулю. То есть эта концепция была высказана в недавнем времени многими представителями именно инновационного транспорта. Недавно Hyperloop об этом также заикнулись, что транспорт инновационный ближайшего будущего должен перемещаться действительно бесплатно для пассажиров. И эта логика также у нас прослеживалась в развитии интернет, различных мессенджеров, и пятый технологический уклад, собственно, развивался таким образом, что сначала появился интернет, операционные системы, потом появились, соответственно, социальные сети, Skype, различные ответвления, как очки 3D реальности, кстати, хорошо скапитализировавшиеся компании, допустим, Oculus Rift. И далее уже социальные сети преобразовались уже в максимально мобильные,
средства перемещения информации, как мессенджеры, как Viber, WhatsApp, как WeChat и так далее. И, собственно, капитализация у этих компаний – это многие миллиарды. И это порождение пятого технологического уклада. Каждый технологический уклад начинает обладать все большей капитализацией. И как раз-таки Skyway, по нашему мнению, будет основой шестого технологического уклада, одной из самых базисных, так скажем, основ. И струнные технологии породят ту индустрию, которую до сегодняшнего дня мы не видели. И сейчас мы видим в визуализациях, в картинках, но уже ведется строительство, уже испытана модель 1 к 10, и уже многие процессы говорят о том, что да, действительно, мы в этом году увидим демонстрацию технологии Skyway в октябре в Белорусской области, в Минской области, Республике Беларусь. Произойдет непосредственно то событие, которое по Фрейду, так скажем, абсолютно неосознанно, но ожидает весь мир, чтобы люди, мы все с вами, грузы, товары, смогли перемещаться действительно с максимальными скоростями, максимально эффективно, безопасно, так же, как сегодня информация передается фактически мгновенно. Но развитие струнных технологий, дорогие друзья, началось еще более 39 лет назад, в 77 году Анатолий Эдуардович Юницкий начал развивать концепцию не транспорта второго уровня, но более масштабного и глобального изобретения, которое также сегодня необходимо всему человечеству и всей планете, независимо от того, какие слои населения, то есть, возможно, те люди даже, которые максимум оказывают влияние на те ситуации, процессы, которые у нас в политическом, экономическом аспекте происходят на всей планете, это необходимо всем. То есть экологию никто не отменял, и то, что сегодня точка невозврата либо пройдена, либо приближается к критической массе, говорит тот факт, что в прошлом году было принято соглашение, которое много раз было именно вот предпринято попытки подписания этого соглашения. Это конвенция, Парижское соглашение об изменении климата в 2015 году. Более 70 стран подписали это, более 140 даже стран, извиняюсь, подписали это соглашение. И это говорит о том, что мир начинает готовиться к чему-то, что позволило бы облегчить нагрузку на нашу экологию и в идеале вывести все вредные производства, либо максимально снизить эффект от вредных производств, либо вывести их в открытый космос. И эту идею Анатолий Эдуардович Юницкий еще в 70-х годах, в конце 70-х годов представил это общепланетное транспортное средство, так называемое ОТС. И данное масштабное инфраструктурное решение подразумевает под собой именно строительство эстакады по длине всего экватора, то есть это 40 тысяч километров. И, соответственно, здесь, естественно, по идее должны участвовать все государства, все страны. Это Анатолий Эдуардович представил еще много лет назад, и сегодня уже научно-производственным конструкторским предприятием, как именно дополнительное ответвление на не ближайшее будущее, но также на наш век, так скажем, это разработка и создание технической документации, расчеты по созданию ОТС, то есть общепланетарное транспортное средство. Очень просто, и на будущих вебинарах, я думаю, что мы будем вставлять вырезку из замечательного фильма «Небесные дороги» Юницкого. Обязательно все посмотрите этот фильм, кто присоединяется, кто присоединился, может быть, не смотрел. Пожалуйста, дорогие друзья, у кого есть под рукой ссылка, сбросьте эту ссылку. И рекомендую также ознакомиться с Анатолием Боровского, книгой замечательной, рассказывающей путь, историю развития струнного транспорта, транспорта Skyway, историю развития адресных проектов, каким образом велось общение с различными министрами, с различными послами, крупными предпринимателями и почему
на сегодняшний день мы пришли к той схеме, которую мы сегодня используем, это народное финансирование. И если быть кратким, за счет какого принципа работает общепланетарное транспортное средство? То есть, во-первых, его еще в СССР Анатолий Эдуардович Юницкий назвал как ожерелье вокруг Земли, как кольцо вокруг Земли. И данное транспортное средство за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя создает магнитное поле, и за счет действия центробежных сил, соответственно, вот как мы видим на картинке справа, происходит расширение данного кольца. Расширение происходит примерно на 5%, то есть это абсолютно небольшой, так скажем, процент. Кому-то покажется, что на более серьезный процент или наоборот меньший процент должно быть расширение, но по расчетам и есть замечательная монография «Струнные технологии на Земле и в космосе», и там интегрально, так скажем, математически, физически обосновано функционирование общепланетарного транспортного средства. Но, естественно, никому еще не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады, и мы можем сказать, что Анатолий Эдуардович, естественно, имел запасные варианты, помимо всех тех технологий, которые он выводил, и это на сотни миллионов еще советских рублей имело экономический потенциал, это создание различных ответвлений для советской промышленности. И, собственно, многое то, что зарабатывал Анатолий Эдуардович Юницкий, он вкладывал в развитие струнной технологии. И как оптимизация общепланетарного транспортного средства, то есть вот этого великого кольца поистине вокруг Земли, которое позволит вывести вредное производство в ближний космос и, собственно, будет максимально снижена нагрузка на экологию и на наши с вами легкие, на наше с вами здоровье, вредных, пагубных производств, которые должны находиться как минимум за пределами мегаполисов, а как максимум это должно находиться именно в специальной зоне в ближнем космосе, как это представил еще давно Анатолий Эдуардович Юницкий. И такой переломный момент после прохождения первичного, так скажем, прохождения первого огня, медных труб и так далее, как говорится в поговорке, в 2000-х годах произошло испытание уже полигона в озерах Московской области, которое было обеспечено финансированием из личного губернаторского фонда Лебедя Александра Ивановича. Этот человек поистине поверил технологию, и это было неспроста, потому что Сергей Анатольевич Сибиряков познакомился уже близко с Лебедем Александром Ивановичем в самолете, когда вместе они летели, и буквально используя принцип человека к человеку, рассказав о том, каким образом можно увеличить ВВП в 2-3 раза менее чем за 5 лет, естественно, Российской Федерации, Лебедь Александр Иванович заинтересовал столь масштабный инфраструктурный бизнес, который может диверсифицировать экономику Российской Федерации и предотвратить те кризисы, которые мы на сегодняшний день, дорогие друзья, с вами уже пережили. То есть это 2009 год, 2008-2009, это сегодняшнее время наше с вами, именно что касается россиян, то есть начиная с 2014 года, именно вот как нарастание текущего сегодняшнего кризиса, именно ввиду того, что цены на нефть стали падать, а в основном вся экономика Российской Федерации строится как раз-таки на ценах на нефть. И в 2000-х годах, а именно с 2001 по 2009 год, полигон в озерах успешно функционировал, были проведены различные экспериментальные исследования, и ЗИЛ, уходящий в небо, как мы его называем, это была подвижная лаборатория, и самое главное, была испытана путевая структура, то есть это второе поколение струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Также была проведена презентация Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и также в ресурсах различных на территории YouTube вы можете
увидеть эту презентацию, как Дмитрий Анатольевич Медведев на тот момент воспринял. Была даже выделена именно определенная сумма, это в районе 1 миллиарда рублей, на развитие струнной транспортной инфраструктуры. Но через неделю после Госсовета по неизвестным причинам, неустановленными лицами, испытательный стенд в Озерах был разрушен. Именно поэтому мы называем его полигон, потому что он претерпел такие вот, можно сказать, военные действия. И далее, уже после общения с различными министрами, крупными предпринимателями, олигархами, как русскими, так и иностранными, все заканчивалось одним и тем же, то есть эти люди желали обладать технологией на процент намного больше, чем 50%, то есть обладать контрольным пакетом будущих акций и, собственно, контролировать процесс развития технологии. Естественно, этого Анатолий Эдуардович Юницкий не мог допустить, и в 2013 году было запущено то, чего на самом деле ожидали все люди, которые имеют отношение к развитию структур, к развитию именно традиционного сетевого бизнеса, то есть торговля. И те люди, которые желают участвовать в тех проектах, которых на сегодняшний день во многих вот крупных с потенциально серьезной прибылью, как говорит наш практик, именно вот экономист, очень серьезный финансовый аналитик Виктор Тарасов, все, что доходность больше 20% годовых, это сверхдоходность. Я не буду говорить и не имею права говорить конкретные цифры, и более того, я могу сказать, их можно только спрогнозировать и предположить, но точно их никто не знает, но это будет значительно больше, чем 20%, на мой сугубо взгляд, это мое мнение. И поэтому еще с 2013 года, когда Анатолий Эдуардович Юницкий объявил, что мы с помощью народного финансирования начинаем строительство экотехнопарка, то есть нового тестового участка, потому что почему нового? Потому что до этого еще предшествовало развитие с недобросовестными партнерами, с которыми, кстати, в недавнее время был суд на территории Австралии. И, кстати, на территории Австралии мы уже с абсолютно добропорядочными, уважаемыми и опытными партнерами, которые имеют очень серьезный и весомый опыт в развитии крупных инфраструктурных проектов, сегодня уже развиваемся с четкой уверенностью в завтрашнем дне. И я могу сказать абсолютно честно вам, что когда непосредственно мы доносили информацию в 2014 году, мы говорили, что только начнется строительство, предполагается начало строительства в 2015 году, в 2014 предполагается создание научно-производственного конструкторского предприятия, и первым, так скажем, сотрудником этого предприятия был, естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий, ныне генеральный директор, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии». И в августе 2014 года было сформировано ядро научно-производственного конструкторского предприятия, которое сейчас имеет более 150 сотрудников, уже к 200 близится. И, собственно, эти сотни людей делают то, что на сегодняшний день под силу сделать тысячам людей лишь в крупных корпорациях, как Siemens, как ТЖВ и других крупных транспортных корпораций. Сегодня мы с вами рублем голосуем за эффективность технологии и, собственно, инвестируем в этот проект. И никто этого не скрывает. В надежде в будущем получить достаточно серьезную прибыль. И примеры этому были многочисленные. То есть это Apple, это Google, это Dell, это порождение пятого технологического уклада, это Facebook. Это даже Oculus Rift, небольшая компания, которая скапитализировалась за счет продажи очков виртуальной реальности на миллиарды долларов. Это WhatsApp, Messenger, который в начале своего развития не имел достаточного функционала, но буквально через год был за несколько миллиардов продан. И многое-многое другое, что на сегодняшний день мы с вами видим, и я могу сказать, что вообще вот технология Skyway и все направления Skyway, они вбирают в себя
очень многое. Сегодня мы развиваем с вами городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт и высокоскоростной транспорт. В каком плане развиваем? Мы с вами финансируем именно строительство экотехнопарка, тестового участка, где будет испытано и продемонстрировано все это обилие, многообразие технологии Skyway. И также чуть больше 6 месяцев назад в нашей номенклатуре появился также легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт типа Unibike, что, на мой взгляд, составит основу туризма 21 века и не только туризма. Об этом чуть подробнее расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. И вы спросите меня, почему же люди инвестируют в этот транспорт и почему, обладая огромными рисками, мы поддержали проект и до сих пор продолжаем поддерживать, инвестируем фактически ежемесячно в этот проект, несмотря что у кого-то уже достаточно серьезный пакет потенциальных акций. Ответ очень прост, потому что сегодня в агрессивном политическом и экономическом мире должно произойти то, что сошьет континенты на самом деле, и то, что изменит макроэкономику и геополитику, и то, что создаст абсолютно социально доступную каждому человеку на Земле средство передвижения с низкой стоимостью передвижения, с эффективностью, с огромной безопасностью, с устойчивостью даже к террористическим актам, с автоматизированной системой управления, чтобы ни один неприятель, враг, либо недоброжелатель не проник в транспортную систему и не смог перебить артерии. Действительно, вот транспортные системы называются кровеносными сосудами современных стран. От этого зависит вращение процессов современной экономики, и для России огромным спасением является на самом деле применение струнной технологии. И более того, я вам могу сказать, что 11 февраля 2016 года на экспертном совете при Министерстве транспорта Российской Федерации было принято и подписано заключение об инновационности струнного транспорта. Далее уже 25 марта о перспективности и необходимости внедрения, рассмотрения, но уже после демонстрации. Демонстрация, я напоминаю, у нас будет осенью 2016 года, то есть точный месяц я намеренно не называю, то есть рассчитывайте октябрь, ноябрь, максимум конец ноября произойдет демонстрация, и это будет транслироваться по различным мировым СМИ, потому что, собственно, событие заслуживает более чем внимания. Это тот экологичный транспорт, который ожидал каждый живущий сегодня на планете Земля. Это та инновационная, высокодоходная, прибыльная индустрия, которую ожидают на сегодняшний день многие венчурные крупные финансовые фонды, которые, кстати, за нами очень сильно наблюдают, и, естественно, такие люди не желают быть первыми, не желают быть последними, они желают быть где-то посередине. Ну, я думаю, что после демонстрации уже начнется серьезное вливание крупных капиталов в развитие проекта Skyway, и, собственно, это неспроста была задумана схема народного финансирования, потому что это послужило первой ступенью, отрывной точкой взлета и действительно сверхразвития нашего проекта, то, что позволяет создать высокотехнологичную инновацию в сфере транспорта с огромными показателями, великолепными показателями аэродинамического сопротивления. И аэродинамика складывается из того, в первую очередь, что транспорт находится на высоте 5, 10, 15 и выше метров над землей, то есть аэродинамические показатели увеличиваются уже в 2,5 раза. Путевая структура абсолютно легкая, ажурная и долговечная в первую очередь. И, соответственно, сопротивление качению колеса минимальное. И можно сказать, что КПД колеса максимально эффективны среди всех транспортных средств, которые мы на сегодняшний день с вами видим в современном мире. И от этого, от аэродинамики складываются малые затраты как топлива и энергии при эксплуатации. Если переводить
на топливный показатель, то это примерно 3-5 литров, либо 20 киловатт используют 50, более чем 50 человек, вмещающих пассажирский состав, транспортный модуль типа Юнибус, городской пассажирский транспорт. Это та экономия, которая сегодня невозможна к достижению абсолютно современными транспортными средствами. Я могу сказать, общаясь с чиновниками и продвигая адресные проекты, получил информацию. Для меня это было неудивительно, потому что горэлектротранспорт во многих регионах, и в том числе в моем городе, находится в предбанкротном или уже банкротном состоянии. То есть почему это происходит? Так как технология неокупаема. И сегодня мы можем говорить о том, что да, наши проекты, в отличие от традиционных автоэстакад, автобанов, традиционных железных дорог, традиционного авиатранспорта, они окупаемы и прибыльны за счет того, что минимальная стоимость эксплуатации и, соответственно, срок службы и долговечность путевой структуры действительно более 100 лет. Это по аналогии с вантовыми мостами и легкая ажурная конструкция, которая является струнной путевой структурой, имеет ряд ноу-хау. То есть это предварительно напряженная, закрепленная статически неопределимая конструкция. И, соответственно, внутри имеется ряд, либо множество стальных проволок, которые растянуты, напряжены и закреплены. Я не буду на вводном технико-экономическом вебинаре давать именно глубокие познания в сфере технических аспектов SkyWay. Хотелось бы, чтобы вы поняли, что даже спецбетон используется специальной марки, и недавно он был создан именно в глуби, так скажем, технологических исследований ЗАО «Струнные технологии». Это спецбетон абсолютно текуч, вязок, способен к быстрому схватыванию, омоноличиванию. Все, что необходимо при использовании и при прокачке на километры, потому что до 3 километров может быть пролет между промежуточными опорами. И, соответственно, ровность рельса достигается за счет того, что это натянутая и закрепленная конструкция. Всю нагрузку на себя принимает анкерные опоры, распределяется между промежуточными опорами. Рельс также является инновационным, так же, как и, собственно, колесо. Рельс не имеет каких-либо неровностей, возможных деформаций поверхности пути и, соответственно, будет абсолютно комфортным и скоростным перемещение без каких-либо эффекта рельсы, шпалы, стуки, вибрации, дискомфорт при перемещении. И вы можете повторить такой вот, я называю, смертельный номер с двумя кружками, чего мы не повторим в современных подвижных железнодорожных составах. С двумя кружками кипятка можно пройти по всему салону, и, собственно, это никак не повлияет на раскачивание этих кружек и не опрокиньте на себя кипяток. Но все это хорошо, дорогие друзья. Да, технология востребована. Да, рынок очень сильно нуждается в данной технологии. Мы можем по праву занять 50 и более процентов данного рынка. Но все это было бы пустыми словами, если бы на сегодняшний день не происходило бы строительство. И то, что мы видели с 2015 года, если быть точным, то примерно летом была получена земля, то есть на расширенном технико-экономическом вебинаре. Я немножко вернусь в прошлое, расскажу вам историю развития и обязательно сброшу тот материал, который очень замечательно влияет на мировоззрение новичка, кто только присоединяется в проект, сколько было уже проделано и насколько быстро действительно ведется строительство нашего экотехнопарка. То есть ту презентацию, которую я вам сброшу, и обязательно воспользуйтесь шансом, моментом, пригласите людей на расширенный технико-экономический вебинар, потому что они получат уникальный инструмент, который, собственно, будем время от времени обновлять и также давать ссылку на скачивание, потому что первая показательная эффективность – это то, как быстро и как эффективно, как по технологическим
правилам, стандартам ведется строительство экотехнопарка. То есть вы видите, август — это закладка еще капсулы времени, то есть закладка первого куба в будущую промежуточную опору, в основание будущей промежуточной опоры струнного интеллектуального ограждения. В октябре уже, собственно, вы видите забетонированный фундамент первой анкерной опоры, совмещенной со станцией, которая будет принимать на себя всю нагрузку. Закладка нулевого километра. 1 к 10 испытания были проделаны в сентябре еще. И, собственно, декабрь, январь, февраль уже развивается строительство очень стремительно. Установлены 19 промежуточных опор. 19 является стальной. И это неспроста, так как различные климатические условия. Если мы декларируем, что наша путевая структура и наш струнный транспорт применим на абсолютно любом типе рельефа местности и поверхности земли, то, соответственно, испытания должны быть проведены соответствующие. Но я могу сказать, что при строительстве мы уже претерпевали испытания, то есть то происходила весна на территории экотехнопарка, то все замерзало, то снова таяло. То есть нагрузки действительно на конструкции даже высказывала сама матушка природа. И вот вы видите, это уже давние, так скажем, фотографии, то есть более свежие я представлю на расширенном технико-экономическом вебинаре. Это то, что уже мы видели в мае, то есть установка стаканов и временных оснований под промежуточные опоры легкой трассы. И я напоминаю, что о легкой трассе даже не было в планах, и чуть больше 6 месяцев назад Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял именно введение в стратегию развития международной группы компаний Skyway Unibike, так как не стоит отдавать это направление при востребованности рынком и при том, что технологически это также готово, обосновано. Буквально за 2 недели Анатолий Эдуардович Юницкий подготовил именно технические моменты, и через несколько недель также была готова первая визуализация первых юнибайков, и они такие симпатичные, замечательные, действительно красивые. Не то, что это промышленный дизайн, а так как сама аэродинамика не может не сделать современный и действительно обтекаемый подвижной состав, так как он аэродинамичен. Вы видите уже строительство второй анкерной опоры. Это происходило вот в недавнем времени, в июне. Было в недавнем времени также посещение осуществлено австралийской делегации. Это не первое посещение. И уже после запуска проекта в Австралии и, собственно, пилотный проект уже привлек внимание на развитие серьезных инфраструктурных грузовых проектов по грузовому направлению. То есть это по освоению месторождений. И компании осознают и понимают, что помимо струнного транспорта решений это фактически и нет. И потенциал, рынок действительно огромен, дорогие друзья. Сегодня у вас есть шанс, в первую очередь, обращение к новичкам, войти в ту индустрию, которая сформирует совершенно новые отрасли, будет развиваться по всему миру, и, собственно, возможно, новый шелковый путь, возможно, новые транспортные пути будут именно на основе струнных технологий. Это действительно возможность, которая есть здесь и сейчас у вас. Ее не будет у ваших детей, ну, будет немножко другая возможность, я думаю, что это, если на то даст добро головная компания финансирования общепланетарного транспортного средства, и, собственно, этой возможности не было у ваших родителей, так как тогда еще не было схемы народного финансирования, и многие люди среди более чем 70 стран уже воспользовались этой возможностью. На сегодняшний день сподвижников и тех, кто просто поддерживает хотя бы регистрации в проекте Skyway, более 350 тысяч людей по всему миру. Также многие ведущие публичные личности поддерживают. И я хотел бы обязательно высказать отдельное внимание Роду Хуку,
И также Людмиле Хьюз, это женщина, которая является учителем, преподавателем английского языка. Когда-то через сеть LinkedIn, а именно более чем год назад, Людмила Хьюз познакомилась с Родом Хуком, встретилась с этим человеком уже вживую, рассказала о проекте. Более 2 месяцев велось погружение в проект. После 2 месяцев была первая делегация австралийская на экотехнопарк. И, соответственно, уже далее началась серьезная уже подготовка адресного проекта в Австралии. Сегодня можем сказать, что уже был осуществлен запуск крупной пиар-масштабной акции. Как без этого? Потому что именно по шуму, который создается вокруг технологии, которой нуждается весь мир, рождается потребность и новые адресные проекты, что и произошло на территории Австралии. И это будет стремительно развиваться, дорогие друзья, по всему миру. Я не буду говорить тех слов, что осталось мало времени, но его осталось действительно мало. Войти в корневую составляющую, именно в основу, в тех, кто поверил в проект, и, собственно, на определенные проценты головная компания будет входить во все адресные проекты по всему миру. Если вы хотите и желаете быть совладельцами многих адресных проектов по всему миру, а не только локальных адресных проектов, что будет происходить уже после закрытия возможности финансирования в головную компанию, то воспользуйтесь этим шансом и получите хотя бы минимальный пакет обязательств, просто зарегистрировавшись в проекте. Каким образом повлияет на вас новости, это зависит только от вас, от вашего погружения в проект, от вашей наблюдательности за проектом. Все, так скажем, основные ресурсы я обязательно предоставлю, сброшу видео, скопируйте. У нас регулярно проходят конференции, также по конференциям я более подробно расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но одно я могу сказать, я повторюсь именно высказыванием Лебедя Александра Ивановича, что струнным дорогам в России быть, и добавлю, что не только в России, но и по всему миру. Потому что строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Ну а более подробно, что такое Транснет, каким будет будущее, на наш взгляд, именно с применением Skyway, будущее транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной и даже социальной, и даже мы сейчас предполагаем финансовой сетью Транснет, об этом более подробно мы расскажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, который пройдет в этой же комнате, и, собственно, буквально через 10 минут будет включение. Но сейчас перерыв на чаепитие, на кофе питье. Пожалуйста, тех, кого заинтересовала информация, оставайтесь в этой же комнате. Вы узнаете много нового и много интересного. Благодарю за внимание. С вами Алексей Скунаев.